Всех приветствую на моем канале. Если у вас горит на Aqua Global фильтр, я сейчас вам покажу, как его заменить. Это будет первый фильтр, который меняется в первые 12 месяцев. Итак, в первом фильтре приходят сразу два компонента, которые надо было заказать. Они идут вместе, и здесь сразу написано, которые кнопки надо жать, когда вы замените фильтр. И в дальнейшем я вам покажу другие три кнопки, если у вас другой немножко фильтр. Ну вот так все это и работает. Здесь приподняли чуть-чуть снизу. Крышка открыта. Фильтр снизу взяли. Повернули влево. Готово. Также вытаскиваем второй фильтр. За кольцо вытянули. Готово. Вставляем сначала этот первый фильтр. И вкручиваем второй фильтр. Надеваем крышку. И вот и все. Фильтр у вас заменен. А теперь надо сначала убрать вот эту кнопку. Ставим сюда. Нажимаем на 3 секунды ROM и Baby одновременно, пока не пикнет. Если у вас не пищит, значит у вас Aqua Global Edition. Вам надо будет нажать 3 кнопки. Это будет Hot, ROM и Baby одновременно на 3 секунды. И вот он запищал. Загорается у вас замок. Разблокируем замок. Пропускаем холодную, горячую. По литру, по 2. И все. Вуаля, готово. Не забудь подписаться и оставить свой комментарий. Поставь лайк.